Хе-хе-хе, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале. С вами доктор, и это Space Engineer. В общем, друзья, играю я в нее не первый раз, вообще я ее играл и до того, как начал канал. Наверное, часов 300 точно в нее наиграл, может больше. Потом еще и когда канал запустил, это была одна из первых моих игр вообще на канале. Можете посмотреть Space Engineer. Там я играл в разряде «развлеки себя сам», просто чего-то строил, кучу-кучу всяких там, огромную базу там сделал, там всяких разных автоматизированных механизмов. То есть, ну, если интересно, можете посмотреть. Собственно, кстати, связано с этим, хочу сказать всем, кто играет в эту игру, сохранение держите отдельно. Хоть Steam и пишет, что он чего-то там синхронизирует в облаке, синхронизация у него... Так себе, ребята, после переустановки он там синхронизацию делает что-то долго, а в итоге, короче, все мои сохранения куда-то улетучились, и все мои 300 часов наигранных в игре просто тоже улетели со всеми моими достижениями. Ну ладно, я не расстраиваюсь, мы с вами начинаем новую историю по этой игре. Кстати, маленько голос у меня другой, все-таки еще не до конца отошел, поэтому заранее сразу прошу прощения. Ну, собственно, что, по плану мы сегодня с вами будем делать следующее. Хочу запустить именно сценарий. Сценарий выбрал я «Ни шагу назад». Это сценарий, где мы будем... Значит, описание у него такое. Это мир в режиме выживания. И выжимания тоже с высококачественным контентом. Испытывайте себя при обороне маяка от полчищ дронов. Подготовьте оборону так, как вы желаете. Играйте в одиночку или вместе. Все зависит от вас. Ну, мы будем играть в одиночку. Хотя максимум игроков у меня тут стоит 8, но это ничего не регулируется. Посмотрим, рейтинг вот 5 звезд у него. Это встроенный сценарий в игру. То есть здесь нету никаких дополнительных модов, мне не надо ставить. Вообще с модами такая ситуация. Я, да, тоже разбирался в модах, лазил. Огромную кучу всяких модов перелопатил, перековырял, понаустанавливал. В итоге, короче, довольно сильно повлияло на производительность игры, а, собственно, на сам геймплей, игровой процесс это сильно не влияет. Так, какие-то визуальные эффекты добавляешь в игру, и все. Единственное, что, да, возможно, какие-то сценарии. Ладно, это все болтовня, ребят, давайте, короче, будем стартовать. Сегодня мы начнем, стартуем, посмотрим, что же у нас ждет. Вообще, на самом деле, я уже запускал, естественно, этот сценарий. Буквально чуть-чуть по нему поиграл. Сегодня мы с вами пойдем с нуля. Полностью, с начала, с самого. Открыть. Знаете ли вы что? Вы можете вручную управлять турелью для нанесения точечного урона. Мы можем стартовать с Земли, можем стартовать с Марса, можем стартовать с Луны, с космической капсулы и вообще в скафандре. Это, наверное, вообще жуть. Это все по уровню как бы сложности, да, ребята, да, я так понимаю. Давайте, ну, Земля у меня уже изучена, собственно. Там ничего такого сверхъестественного нового нету, я так понимаю. Поэтому давайте стартуем на Марсе, раз уж тем более я говорил, что мы начнем с Марса. Поэтому по Марсу мы и пойдем. Стартуем в Марсе. Сложность нормальная. Возрождение. Вот она. Безжизненная красная планета. Радует то, что, смотрите, довольно приличное количество льда. И я прям сразу с какими-то ресурсами приземлился. Вот эти вот барханчики, это у нас ресурсы. А это что за шов здесь? Кто-то проезжал, что ли? Очень интересно, слушайте. Или это просто текстуры так сшились? Алло, чё так криво? А идти колотить-то? Да уж. И чё, как мне тут? Ведь неудобно же будет теперь. Могу я его на ноги поставить? О, нет. Только можно угрохаться. Так, ладно. А, где у нас? Так, вот это меня интересует. Да, это у нас выживание.
Так, хорошо. Для выживания есть, а где-то здесь у нас для кислорода, он вот с этой стороны. Угу. Вот он, генератор H2O2. Ладно, окей, что теперь? Ну, первое, для начала мне необходимо поставить стартовую базу. Для этого мне необходимо несколько ресурсов. Кстати, что за ресурсы мы здесь с вами нашли? Давайте сразу посмотрим. А, кстати, лед у меня есть вообще? Подождите, это важный вопрос. Так, во-первых, что-то, по-моему, в сидушке у нас там бывало. Давайте мы к сидушке подсядем. Посмотрим инвентарь, что есть в сидушке. Да, тут есть у нас... Есть у нас планшет с координатами. Да, создай маркер, окей, спасибо. Так, есть пистолет. Пистолет, наверное, вряд ли сейчас мне понадобится, ну да ладно. Чё я, где какой маркер открыл? 2162 километра. Да, это или в космосе, или вообще на какой-то другой планете, скорее всего, ребята. Поэтому, ну и все, тут просто, в принципе, больше ничего нигде нету, не вижу. Так что пошлите посмотрим. Я еще хотел посмотреть, сколько льда-то у меня есть. Так, поломал ногу на кораблике. Льда, 300 килограмм. Вот это надо с собой брать обязательно. Ух ты. А что, так не берется, что ли? Просто взять. А откуда брать? А как мне оттуда достать? А, вот здесь вот, наверное. Да, вот, все. Бери. Это нужно. Так, ну и все. Значит, что? 300 килограмм, я думаю, в принципе, на какое-то время нам хватит, если что, потом добудем. Так, берем, смотрим, кто здесь. Железо. Железо у нас есть. Хорошо. Кобальт. Это все замечательно, но смотрите, ребят, до того момента, пока я не поставлю обычный вот такой вот, где у нас, очистительный завод. Это вот базовый, хотя бы вот этот базовый очиститель пока не поставлю, то вот этой рудой мне пользоваться бессмысленно, потому что вот эта вот штука только камушки перерабатывает, больше ничего. Вот, поэтому первая задача, мы с вами поставим ветряки на возвышенности, поставим, да, вот они, ветряки. Здесь ветерок дует нормально, базовый очиститель поставим. И базовый сборщик, чтобы у нас такая мини-база, чтобы получилось, да? Для этого мне нужно набрать земли побольше. Так, ну и вот, давайте вот тут и будем вот так вот землю набирать. И как долго ты мне будешь подсказывать, что это ручной бур? Я это и без тебя знаю. Так, окей. Я принес. Теперь. Давай-ка вот сюда. Камень. И? А, или пока я что-то не закажу, он не будет это... А, все. Понял, камень переработать надо в слитке. Я думаю, что не так? Все, камень мы закинули, поэтому давайте мы вот так вот сразу. Шмяк, 100 слитков, пусть работает. Поехало, отлично. Так, ну все, камень у нас перерабатывается. Это замечательно. Так, ну вот как минимум стальных пластин мне сейчас понадобится. 100 штук. Много, немного, ладно, пусть. Ладно, пока он перерабатывает, давайте мы еще насобираем одну порцию. Хова, хова. Так, роем дыры. Будем работать немножко гномом. Это тоже нужно. Так, будем добывать ресурсы, бурить дырки вот этим вибрирующим аппаратом. Идем глубже. Глубже. Так. Да, ребят, наверное, надо будет один из приоритетных факторов — это улучшить инструмент. Ну, конечно, вот так вот долбить, бурить — это прям вообще по жести. Или какой-нибудь агрегат сделать, с помощью которого будем добывать ресурсы. Вручную меня вообще
никак не это не возбуждает такой момент. Так, окей. А, чё ты, зачем сюда? Железку положил, интересно мне знать. Странно. Так. Иди пока делай. А, он, главное, 10 сделал и все, да? Интересно. Как-то это у него интересно работает. А, ладушки. А, в общем, ну что, давайте начнем потихонечку построить. Для начала нам нужно заберем пластинки, какие у меня тут есть. Так, еще разок. Блин, 4. Не надо мне маленький, на большом делай. Так, а мне понадобится вот, наверное, площадочку. Давайте для начала сделаем такую. 4 на 4. И первая это энергия, да? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как-то так. Так, стоп, подожди. Давай, 11-й, это на котором все будет стоять. Опа, все. Хорошо. Так, убери руки. Так, а наверх нужно поставить вентилятор. Для него нам необходимо... Чего не хватает? Внутренняя пластина, понял. Блин. Потерпи. Будем пока так мучиться. Неудачно как-то села вообще штука эта вся. Так, а чё? Камень кончился. Угу. Ну, весьма интересно, ребят. Камушек кончился. Так. Давай, заправь. Хорошо. Ну, окей. Вообще, с камнем проблем вообще не будет никаких. Так. Давай, вот это собираем. Это тоже. А, присядь. Отлично. Опа. Так. Выгружаем еще одну партию камушков. Все, сразу поехал опять зарабатывать. Так, мне нужна пластина внутренняя. Блин, как ж неудобно-то. Так, производство. Давай, внутренняя пластина. Пока десяточки хватит, я думаю. Сделай сперва мне пластину. Тайтить, колотить. Так, внутренняя пластина есть. Давайте заставим один вот так вот здесь. И знаете что, я думаю, наверное, давайте два вентилятора замутим. Так, раз, два, три, четыре, пять, пять. Понял? Жик-жик. Так. Еще раз. Так, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, и вот здесь будет у нас еще один вентилятор. Сверху, пожалуйста. Все. Итак, что нам надо для того, чтобы замутить вентилятор? Почему я ставлю вентиляторы на таком расстоянии? Я уже, в принципе, говорил неоднократно. Для того, чтобы максимально эффективно они работали, они должны вот находиться на таком расстоянии. Можно еще, знаете, поставить вот сюда вентиляторы, вот на эти края, вот сюда и вот сюда поставить вентилятор. То есть, вот как бы, как в четыре стороны. Вот. Это даст тоже определенно, они будут максимально эффективно работать. Но вот когда их рядом между собой ставишь, эффективность как бы падает. Вот и где-то я так опытным путем обнаружил, что вот при 10 блоках в расстоянии они будут работать, если ближе будут стоять, но их эффективность будет ниже. Поэтому есть возможность, давайте поставим меньше. Так, надо нам подзарядиться. Да, да, сейчас я вижу, где у нас этот комплект для выживания.
Так, ну все. А что мне надо теперь? Отвлекся. Мне нужна следующая. Внутренних пластин 30, компьютеров, балка. Давайте вот так это все в планировщик закинем. И если мне память не изменяет, Shift и средняя кнопка, это у нас все в производство отправит. Отлично, все правильно. И все пошло в производстве. И на этом все остановилось, потому что кончилась опять, ну как ни странно, земля. Пошлите за землей. Земли нам надо будет много. Тр-тр-тр-тр. Все. Нашу пику далеко видать. Так. Ложим сюда еще земли. Все, пошла работа. Здесь же и пошло производство сразу, да? А. Да, тут, кстати, надо не забывать отправлять слитки в работу. Да, короче, надо первым делом сейчас вот поставим вот эти два вентилятора. Сюда поставить вот этот завод. Так, завод давай мы вот так, наверное, поставим. Так, ну-ка, повертим. Ага, у него туда и туда, да, есть пипка. Так, и вот у нас сборщик-комплектовщик. Так, нет, ты неправильно. Во. А других дырок у него нету. Все. Значит, тогда вот так вот присасывайся туда. Все, отлично. Все, вот это то, что я сейчас в первую очередную строю. Больше мы ничего не строим. Вот это вот, наверное, задача на сегодняшнюю серию. Насобирать ресурсы и вот это все запустить, чтобы у меня заработало. Потому что вот так вот землей ресурсы добывать, это ой, какая вообще будет дичь, ребята. И сколько она будет занимать времени и места. Ну и плюс, он, видите, батарейка уже потихонечку начинает садиться. И это как бы тоже не совсем хорошо. Так, что мы из этого раздобыли? Вообще все слабенько. А что, у меня там земля поди еще осталась? Да нет, тут еще до земли. Еще не до конца даже это доработался. Так что просто едем. Ковыряем. Такая вот будет серия у нас. Ковырятельно-добывательно. Мне кажется, в следующий раз можно просто проехать, собрать вот эту землю. Этого уже будет достаточно. Так, ну мы сейчас это проверим. Тихо, врубаться не надо. Так, это сюда. Пошла жара. Ну тут, в принципе, ничего не рассетовалось еще вполне. Единственное, что зарядить батарейку надо на скафандре. Ну, должно хватить батарейки, ребят, должно. Я надеюсь в это очень сильно. Так, давай, где у нас тут наша импровизированная шахта? Не будем ресурсы просто так терять, потому что, дойдя до определенного количества, по-моему, 50 обломков, как только появляется на улице, они начинают взаимозамещать. Не, ну вот это что за хребет такой, смотрите. Трррррх. А, ну это вот он такой вот везде идет, да? Очень интересно. Прям как полоса какая-то, линия. Так. Давай это тоже перерабатывай. Так, все, пошло производство дальше. Всего, что необходимо, а я пошел за землей дальше. Говорит, инвентарь full. Опа. Поехали еще. Так. Еще одна партия. Можно, как бы, ребята, да, начать разбирать вот это вот. Но это так муторно, так неинтересно. Гораздо проще, мне кажется, и быстрее просто вот этих вот земли сейчас накидать до того момента, как мы построим вот этот вот первую свою вот стартовую
производственную площадку, и, а там потом уже можно будет вон чисто железо наколошматить, туда отвезти, и будет совершенно другое количество ресурсов. Это однозначно, поэтому не буду я с разбором капсулы заниматься вообще. Ни к чему это все. Земличку всю собираем. Землица. Давай. Песочек марсианский. Так, троечка. Присели, они подлетели. И погнали бурить дальше. Точнее, они лишними никогда не будут. Вот это вот. Уберись. Вот, что это такое? Что за восклицательный знак? А. Вот слушайте, не думал, не гадал. Скульптором стал. Видали? Ха! Вот и не говорите, что не были, можно сказать, на творческом мероприятии. Смотрите, вот творческое мероприятие. Вы смотрели и наблюдали, как работает скульптор. Ладно, пусть эта скульптура стоит. Тем более у меня не получается ее разломать. Так. Не, ну ребята, слушайте, следующим однозначно завод надо сделать, а потом уже все остальное. Потому что прям вообще это, ну, несерьезно. Со всем вот этим вот бегать туда-сюда. Все. Сейчас один ветряк у нас заработает. Отлично. Один ветряк есть. Хорошо. Так, ладно. Что у нас здесь? 120 стальных пластин. И, в принципе, дальше-то ничего так многого там нету, да? Давай это мы возьмем сюда. В принципе, все в производстве, да? Да, тут все пусто. Поэтому Shift, средняя кнопочка, погнали. Так, все, что смог сделать, сделал. Хорошо. Теперь только надо земли ему понавести. А вот скульптура. Одного очень хорошего скульптора. Я его знаю. Давай. Что перестал? Так, присядь. Пока ты стоишь, ты плохо бубуришь. Давай. Ищи. Все. Дробил. Камушек выгружай. Ну, давай пока там что-то собрали, заберем. В принципе, там немного-то и осталось, чего я не забрал. Так, нажмите F1. На, нажал F1. Так, вот они, пошли подсказки. Ладушки, хорошо. С подсказками как-то веселее. Добро пожаловать, инженер. Подготавливайтесь, сколько потребуется. Когда вы готовы, отправляйтесь в одну из точек, отмеченных на худ. Ваша задача — оборонять позиции наиболее эффективным образом. Ну, вон она, эта задача. Космическая база. 2000 километров. Ну, 2000 километров, это на самом деле, блин, довольно дохрена, ребят. Это прям возможно. Да, это возможно даже не на этой планете, это точно. Так, ну ладно. А что, собственно? Изменение точки обзора. Да. Альт мауса. А, это... Ну, понял. Это вот так вот. Я понял. В скором времени уже будете строить. Вид от третьего лица, да, спасибо. Перерабатывай. Опа. Так, первым делом нужно собрать немного камней с помощью бурада. Я уже давно это все делаю, уже все. Где-то ваши подсказки прям задержались очень сильно. Так. Опять кончилось, да? Прям безобразие. Так.
Так, ну и стальные пластины мы можем, наверное, вот так добыть. Так, чё, сколько у меня их уже? 6 получилось. Нормально. Давайте. Главное лишнего ничего не спилить. Так, все, должно хватить теперь. Есть, ребята. Энергии вроде как хватает. Ну, теперь можно, в принципе, первые железки собрать. Где-то тут у меня же валялись, вот они. Вот, давайте мы это дело сейчас и пробурякаем. Так, я думаю, я сделаю таким образом. Просто сейчас пойдем по низу. Вот так. Чтобы у нас все туда обваливалось. А потом будем выбирать то, что нам надо. Вот, это вот совсем другое дело. Так, ну и туда у нас дофига улетело чего. Куда только? А куда? Я же видел, сюда что-то улетало у нас. Оригинально. А, блин, наверное, до 50 добрался. Ладно, давайте железки пособираем. Так, железная руда. Железная, прям целенаправленно только железки будем собирать. Так, там стопудово у меня земля есть, конечно, за борт ее. Только железо мне надо. Во, все. 2 тонны чистого железа. Вот теперь, ребята, скорее всего с этих 2 тонн. Ну, мне кажется, наверное, та же тонна и получится, да? Ну-ка, что у нас там, сколько? Ну, блин, нормально должно получиться железо. Вот совсем другой уровень. Совершенно все по-другому. Да, а то ходишь тут, туда-сюда гоняешься. В принципе, можно даже вот так вот замутить, слушайте. Вот так вот, прям вот так вот. Все, что я тут набурил, собрать, туда перевести, и пусть оно там перерабатывается. Лишним точно не будет. Все. Шикарно. Так, ну и пойдемте, там что у нас, кобальт рядом, по-моему, да? Еще. О, ну железа теперь, ребят, надолго хватит. Какое-то время я теперь с железом нормально себя буду ощущать. Это у нас кобальт, да. Давайте с ним сделаем, собственно, то же самое. Такую же выемочку. Thank you.
Ничего не вижу. Азиз, свет. О! Вижу. Так, все, можно выключить свет. Да, у кого-то свет выключи. О. Так. Нужно заправиться отсюда, во-первых. Хорошо. Потом заправиться отсюда, во-вторых. Так, теперь пошлите соберем еще все, что тут валяется. Не бросать же это просто так здесь все. Так, базовый комплект, базовый сборщик нужен нам. А для этого мне нужно по-любому будет поставить еще один ветрогенератор. Тут в принципе по большей части на все железо только надо. Поэтому давай-ка мы вот так вот сейчас забубеним. Опа, все у нас пошло в производство. Здесь железо, железо, железо-никель, железо и железо. В принципе, мне только никеля надо будет еще где-то, да? Но никеля у меня хватает. Так что берем железо, которого у меня тут полношеньки. Так, сюда я его вряд ли положу. Вот сюда. На. И погнали, процесс пошел. Угу. Я думаю, здесь мы больше металла перерабатывать не будем, так что это отсюда убираем. Вот это тоже убираем, чтобы не мешало. Это тоже не надо пока что. А, блин, наверное, надо было. Да, точно. Так, вот 111, по-моему, да, насколько я помню. Окей. Все, ладно, пусть перерабатывается. Так, как у нас тут обстоят дела? Тут процесс колбасится. Давай камень сперва переработай. Так, ну кобальта тоже, короче, будет более чем дофига, это однозначно. Это радует. Так, тут процесс идет. Ух ты. Кажется, буря начинается, ребята. Смотрите. Я надеюсь, мне люлей не навешивает сейчас буря этой. Ух. И конструкцию мою бы сейчас не снесло. Ого-го. Нормальная такая буря-то. Так. А если вот это тоже сразу взять? Ух. Там ветрище-то какой. Да, ну надо будет аккумулятор сюда еще поставить пару-тройку, чтобы вот этот вот сейчас... Представьте там, сколько сейчас выработка идет энергии. Ух. Чтобы эта выработка энергии зря не проходила, чтобы она копилась, надо аккумуляторы повешать по-любому. Так. Подожди. Блин, я сейчас повторно опять этот отправлю, да? Ветрогенератор. Че там? Чисто эти стальные пластины остались. Ага. Хрясь. Надеюсь, меня тут не сдует. Так, все. С электроэнергией у меня теперь точно все нормально. Здесь, да, у меня остался только комплектовщик. Давай его в производство загоняем. Этот комплектовщик, во-первых, там больше у нас и
предметов, которые можно изготавливать. И во-вторых, естественно, то есть в этом комплектовщике мы будем... Он быстрее, по-моему, вырабатывает, чем это. Да не по-моему, а точно быстрее. Ну, так же, как и здесь, видели, как у нас с железом все было весьма интересно. Так, ну что, производство потихонечку заканчивается. Все, что мне было нужно, изготовилось. Жмем среднюю кнопку мыши. Забираю все, что я закидывал в проект, в планировщик. Строим. Отлично, ребята, вот теперь, я думаю, все у меня есть для того, чтобы делать все гораздо веселее и быстрее. Так, вот это отсюда давайте заберем. В принципе, вот эта штука мне теперь осталась нужна только вот как комплект для выживания и больше не для чего. Чтобы подзарядить свой джетпак. И для этих целей батарейки вот этой, которая там он стоит еще с тремя зелеными точками, мне хватит. Учитывая, что она практически не тратится. Так, ну что? То, что я там насобирал, давай выгрузим. Это надо выгрузить. Вот сюда. Да. Это сюда. Камень по-любому сюда. Это вот сюда пусть лежит. Это сюда пусть лежит. Это сюда. Где-то как-то так. Ребята, все, у меня теперь есть абсолютно... Все для того, чтобы продолжить строить дальше. Нужно поставить батарейки. И нужно поставить какой-нибудь контейнер. Чтобы это все дело где-то хранилось у нас. То, что будем собирать с вами, готовиться. Потому что контейнер скоро потребуется. Складывать надо будет. А куда складывать, будет непонятно. Ну и надо будет сделать какую-то машинку для добычи ресурсов. Потому что руками это все набуривать я не знаю даже. Насколько это будет эффективно. В общем, попробуем, посмотрим, ребят, посмотрим. Давайте для начала на чем-то надо отсюда улетать. Нам нужен будет по-любому какой-то космический корабль, чтобы улететь-то отсюда. Вот есть у меня подозрение, что... Хотя 2000 километров, это, собственно, не так-то и много, по идее. Ну-ка, давайте... Подожди. Стой. Что у меня вообще есть в кармане? 71% баллон, да? Ну-ка, как будет быстро уменьшаться у меня? Да, ребят, это далеко. Ой, я что-то прям в бурю в самую залез. Это прям очень далеко, это 2000 километров, то есть это даже не 2000 метров, блин, не 12 километров там где-то. Все планеты, насколько я помню, там километров 20-30 максимум, а тут 2000 километров. Короче, это очень далеко, поэтому нам нужен космический корабль, чтобы преодолеть поле гравитации. Нам нужен будет, ну, как минимум, водородный двигатель, ребят. О, это нам, слушайте, тут как бы... Довольно-таки серьезные перспективы на будущее, я вам скажу. Угу. Весело. Так, что у нас тут? Тут у нас все кобальт перерабатывает, да? Ну, я думаю, кобальта, в принципе, больше не надо будет, собственно, от слова совсем. Так, ну и для того, чтобы у меня вот здесь вот все открывалось, вот эти прогрессы, мне необходимо строить, да? Тут, смотрите, у меня все закрыто, все-все-все. Да-да-да-да. Ух ты, еще какой-то малый военный реактор. Кстати, я такого еще не видел. Большой военный реактор. Че этот малый военный реактор? Почему нету никаких данных по нему? Безобразие. Так, зачем я выключил? Давайте наметим, где у нас будет стоять контейнер. И контейнер я, наверное, поставлю... Так вот, большой поставлю контейнер. Сюда его, если поставлю, нет, это не вариант. Я потом не доберусь до этого.
Давайте вот так сделаем. Это такой замах на будущее. Просто я сейчас, если поставлю вот сюда большой контейнер, во-первых, я его сейчас сюда не поставлю, да. Пусть он будет у меня вот здесь стоять, потом мы с чем что-нибудь переделаем. Так, подождите, а вот у меня вопрос. Улучшение моих инструментов. У меня же здесь производство есть. Первого уровня. Никель, кобальт, кремний. Собственно, все-то можно. Да, ну-ка, бур. Угу. Шикарно. Шикарно. Так, что ты, подожди. А это сюда. И давай мы тебя сразу. Что я зачем вышел? Давай мы тебя разберем. Все, вот и хорошо. Вот и хорошо. У меня теперь бур. Так, ну что? Личное оружие. Вот оно. Вот он, бур. Седы. Опа. Все, я теперь мощным буром буду бурить. Ну как, относительно мощным, но буду. Так, что, давайте поставим большой контейнер. Наметим, точнее. Так, что надо для него? Внутренняя пластина для него надо. Внутренняя пластина. Давай внутренние пластины сделаем. Вот 100 штук делаем, все, чтобы мы больше на нее не отвлекались. Берем сюда внутреннюю пластину. Шмяк. Так, потом, значит, что еще нам надо? Много чего надо. Давай сюда закидываем. Шмяк. Отправили все в производство. Кобальта у меня должно быть более чем достаточно. Так что за кобальт можно не переживать. Никель кончился. Серьезно. Представляете, никель кончился. Вот это замашка. Так, посмотрим, где у нас еще есть ресурсики. Что там моргает? Что это моргает? О, еще ресурс. Это что? Тоже железо, кстати. Тоже, кстати, железо, ребят. Так, надо не забывать про водород. Вроде пока есть все. Так, вот. Еще прорисовался один ресурс. Кремний. Кремний. Ну, кремний это, конечно, хорошо. А как же быть с никелем? Так, вот это что? Какой ресурс у нас здесь? Никель. Отлично. Давай вот с этой стороны зайдем. Правда, у меня электричество немного осталось. Ну, да ладно. Надеюсь, хватит мне никеля насобирать. Так. Вниз давай. Так, ну в принципе, мне кажется, тут уже должно хватить мне насобирать карман с никелем.
все отлично. Так, свет. Полетели. Ага. Справа вот от этих моих любимых камушков улетаем, и там у нас никель на будущее, если вдруг понадобится, ребят. Так, ну, собственно, сам никель выгружаем. Давай. Никель сейчас в приоритете. У меня из-за него стройка встала. Оба. Вот железо же полно. А, понял. Там у меня, короче, забился этот. Вот для чего нужен этот конвейер. Контейнер, точнее. Все. Все, что можно было извлечь, извлекли. Ждем дальше. Рязь. Все, все компоненты изъяты. Опа, погнали. Отлично, теперь его надо соединить мне с моей вот этой, со всей штуковиной. А для этого мне нужен конвейер. По-моему, он должен был открыться после того, как я контейнер построил. Смотрим, 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 смотрим. Вот они, контейнер. Да, вот конвейеры. Шикарно. Так, вот он, конвейер. Давай вместо контейнера его. Нет, давай что-нибудь оригинальное или что? Вдруг что-нибудь сюда еще подсоединим. Давай тогда вот так. А это вот так. Так, тихо, сюда поверни. Так, это сюда поверни. Во-во-во, все нормально. Так, вот так вот. Вот-вот, да, нет. Ну что, ну что ты, тит, во. Так, все, отлично. Теперь Это и это. Ну и, собственно, это мы закидываем вот сюда. Погнали, делайте. Так, на одну должно хватить. Так и есть. Первое колено есть. Сюда пока не хватает. Так. Еще не хватает. Тайтить, колотить. Моторы долго делаются. Хрясь. Здесь все, поехали. Так, ну вот сюда вот, ребят, надо пока просто закинули. Варить только, когда все готово будет. Иначе потом вокруг бегать придется. А даже не вокруг, я потом не добуду. Все, все, вари. Ну вот, как-то такая база у меня теперь получается. Теперь доступ мы можем получить от Седова. От Седова. Видите, отсюда доступ никак не получить. Если бы я вот тут вот заварил, через конвейер доступа нету никуда. Все. Я бы туда доступ уже не получил. Поэтому это самое важное. Надо было последним варить. Тот кокончик. Электроэнергии пока что тоже хватает. Переработочка идет. Контейнер большой, пустой. В принципе, что у нас? Первоначальная база готова. Старт есть. С этого начнем. Следующим надо будет поставить, я думаю, парочку аккумуляторов хотя бы, чтобы у нас копилась электроэнергия, пока бездействует все. Чтобы не зависеть только от ветряков. Потом надо будет построить какое-нибудь средство, с помощью которого будем делать разведочку и добывать ресурсы. Вот. Ну и, собственно, далее ставить уже промышленный очиститель, промышленный сборщик.
чтобы это все дело уже в более промышленных масштабах, потому что вот этот очиститель, он не обрабатывает ни железо, ни серебро, ни уж тем более платину. Платину я навряд ли здесь найду, а железо с серебром я, конечно же, здесь найду. Вот, а, собственно, надо будет делать корабль и лететь вот к этой зеленой базе, смотреть, что там. Но это, скорее всего, мы будем уже делать в следующих сериях. А на этом на сегодня будем завершать. Спасибо вам за то, что досмотрели до конца. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока, до скорых встреч.